Всем привет! У меня за спиной контрольный прибор Launch, который позволяет одновременно проверить на работоспособность 8 бензиновых инжекторов, элементом управления которых является электромагнит. Сам контрольный прибор имеет клавишу включения-выключения и подсветки. Он без измерительной системы, имеет колбы, цена деления которых является 2,5 мл. Позволяет как в ручном, так и в автоматическом режиме проверять инжекторы. И в своей конструкции имеет две шуфляды, в одной из которых ультразвуковая ванна, что позволяет параллельно с проверкой очищать инжекторы от различных загрязнений.